Комбайны, тракторы, почвообрабатывающая и посевная техника. На дне поля в Барвенковском районе компания «Амака» демонстрирует аграриям современные технологии для выращивания зерновых и технических культур. В этом году, говорит гендиректор Дмитрий Бородей, закупить технику сельхозпроизводители могут по специальным предложениям. Під техніку, яка зараз необхідна, комбайни, борони, дискові чизелі, тобто ґрунтові знаряддя, ми пропонуємо розрахуватися наступним урожаєм. При цьому ми даємо ціну вище ринкової на 15%. Александр Гаврилюк работает с «Амака» уже 12 лет. На дне поля его очень заинтересовал трактор «Массей Фергюсон» мощностью более 320 лошадиных сил. Сейчас они покажут нам культиватор 12-рядный, который мы планируем взять, я думаю, дай бог, возьмем. Сейчас мы у них будем брать на осень новый трактор, их линейки, он только выходит осенью. В «Амака» уверяют, кроме продаж техники, они обеспечат клиентов качественным сервисом и запасными частями. Людмила Петренко, Владимир Бор. Агентство телевидения «Новости».